Сегодня по всему миру стартует вторая глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. О ситуации в нашей республике сегодня в эксклюзивном интервью на канале «Россия-24 Татарстан» расскажет начальник управления ГИБДД по республике Ревкат Миниханов. Он ответит на актуальные вопросы в прямом эфире. Задать их можете и вы по телефону 554-3090, начало в 18:30.